меня в живописи главная концепция обоснования и уравновешивания, цветовое уравновешивание. И оно этим заканчивается, естественно, все. Начинал как элемент и как картине и расступление моря перед народом Израиля, то есть изображение Моисея, Мишея Бейна. В принципе, как любое изображение человека, запрещенное таковое, и в нем можно могут прослеживаться черты автопортретизма. Это работа по мотивам знаменитого художника Испании средневековой Васкеса, написанная в зеркальном отражении. То есть вся работа была исполнена им в свое время, глядя в зеркало, а я сделал, соответственно, в обратном варианте. То есть сделал рисунок непосредственно противоположный. Здесь написано слово «шма», что значит слово как таковое, означает «услышь». Эпогей утренней, вечерней, вечерней молитвы, где произносится «шма Исраэль». Thank you.